Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Это первый заказ по первому каталогу в этом году. И в кадре его нет. Я вам уже покажу, точнее, номер 2. Но мы его с вами чуть попозже посмотрим. Также у меня в кадре присутствует подушечка Let Me Sleep. Это подарок мне на один из праздников. По-моему, это все-таки был на Новый год. Не на день рождения, но, в общем, подушечка прикольная и цвет тоже очень классный. Итак, в заказе присутствовали не только мои товары, но и клиентские заказы тоже есть. И давайте, наверное, с них и начнем. Первое – это щеточки, соответственно, с мягкой щетиной в голубом и в розовом цвете. Также щеточкам были куплены две зубные пасты отбеливающие OptiFresh. Я такой пастой тоже пользуюсь, мне очень нравится, эффект действительно есть. Следующее, что было также в заказе этого клиента, это набор из брусочков мыла. Их всего 4. Там была акция, то есть при покупке двух цена, по-моему, в районе 49 рублей. То есть это именно по цене каталога. То есть минусуйте еще скидку партнера, будет вообще дешево. Итак, это кубинские ритмы, пляжи Майами и закат Танзании, по-моему, я уже не помню, как точно называется. Вот такие вот мыльца. Мне, в принципе, они нравятся. Они не размыливаются, не плывут в ванной комнате. Достаточно качественное мыло. И также французский прованс. Но мне не очень понравился этот запах. Он, на мой взгляд, какой-то очень такой брутальный. Для мужчин, наверное, больше подходит. Поэтому гель я такой не стала брать. У меня был такой брусочек мыла. В принципе, неплохой. Могу посоветовать. Следующее, что было, так, у этого же клиента были заказаны полотенца вот в таком вот розовом цвете, Fuchsia Towel Set. Но я открывать сейчас не буду. Этот наборчик стоил по акции, по-моему, 699 рублей. Вот так вот все это красиво выглядит, мне кажется, на подарок. Это вообще идеальный вариант. Я немного болею, поэтому могу, соответственно, прерываться. Так, ну что мы здесь видим? Я вижу, что здесь есть и хлопок, и полиэстер. Ну, в общем, не знаю. Выглядит достаточно презентабельно. Мягкий полотенечко. Не знаю, надеюсь, что понравится. Так. Все, это заказ был одного клиента. Теперь заказ второго клиента. Это мужчина. Он заказывал себе пену для бритья с цинком из серии North for Men. Очень ему понравилось. Когда-то дарили ему на день рождения. Вот, собственно, наверное, не зря. Подсел. Подсел. И все, и не слезает. Следующее это крем-гель для лица антивозрастной Regard. Тоже, по-моему, здесь не с цинком, здесь с минералами. Ну, я такой же показывала вам в прошлом году, также заказывала. Очень ему понравился, и вот он, как говорится, перешел именно на этот крем-гель. Раньше он пользовался увлажняющим с цинком и с алоэ вера, по-моему. Но в этот раз он решил взять такой же вот кремушек. Вот, то есть, в общем-то, продукты качественные, люди пользуются и нравятся, и подходят для их типа кожи. Я знаю, что сейчас с этого года в линейке Oriflame появилась именно в серии New Age мужская линия, то есть есть женская, а это мужская. Там комплексный уход, который состоит из очищающего средства. Мы с вами посмотрим в каталоге потом,
из очищающего средства, потом крем-гель, по-моему, для кожи вокруг глаз, потом сыворотка для мужчин, именно разработана для мужского типа кожи, и, по-моему, то ли крем-гель, то ли просто крем после сыворотки, который необходимо будет использовать. Мы с вами все это посмотрим, а сейчас мы продолжаем смотреть, что у меня было в заказе. Итак, остались на самом деле мои продукты, их было очень мало. Первое, это вот такой вот наборчик Norphan Glow. В прошлом году я его не приобрела, и вот в этом году оставила себе на заказ. Здесь 200 мл крем для тела и Bath and Shower Gel 2 в 1. Очень удобно, пена для ванны и крем для душа. Запах мне понравился именно вот в этой продукции, нежели чем в самой туалетной водичке, которая также есть, Norphan Glow. Я, естественно, планирую использовать это именно как пену для ванны, то есть не как гель для душа. Также хочу обратить внимание, что все продукты Oriflame, вот такие вот лосьоны, все кремы, они запечатаны. Я вскрывать пока не буду, потому что в ванной комнате у меня пока до сих пор еще стоит лосьон для тела именно из серии Love Nature с лавандой. Очень мне нравится аромат. Итак, также был куплен из серии Feminel с орхидеей, это новинка, вот такой вот гель. Здесь 300 мл, очень хорошая штука, ее надолго хватает, очень надолго, то есть она экономно расходуется. По консистенции мне очень тоже нравится. Так, следующее была куплена пудра из серии Colorbox Face Powder в оттенке Rose Beige, бежевый розовый. Не знаю, сейчас сфокусируется. Я этой пудрой еще не пользовалась вообще этой серией. Ни тушью, ни тоналкой. У меня закончилась пудра от Mary Kay. Мне необходимо пока на замену купить что-то вот очень оперативно. И я решила себе взять из компании Oriflame. Вот такая вот здесь заслоночка лежит. Так, ну цвет сейчас не совсем правильно передается. Он, конечно, не такой светлый. То есть он, скорее всего, вот такой вот. Ну, не знаю, будет видно, нет. Очень такое матовое, легкое нанесение. Но сейчас плохо будет видно. Это надо наносить на подготовленную кожу. Также есть подушечка. В общем-то, попробую и потом вам расскажу, понравилось или нет. Вот, ну, надеюсь, что пудра хорошая. Очень многие оставляют о ней именно положительные отзывы. Так, ну и последнее. Во-первых, это были пробнички новых парфюмированных вод Poses The Secret Man. Вот такая вот. И Poses The Secret женская. Вот Poses The Secret я уже нанесла. Мне она очень понравилась. Я буду приобретать эту водичку. У меня как раз сейчас заканчивается мисс Джордани. И мне нужно что-то на замену будет приобрести. Выбор пал на новенькую водичку The Poses Secret. В легендарной, точнее, в, ну не легендарной, а в первой версии The Poses, водичка мне не очень понравилась, она такая немного приторная, какая-то она такая тяжелая вода. Мне не очень понравилась, я покупала 15 мл пробничек. Вот эта водичка новенькая, да, The Poses The Secret, мне нравится больше. Она легкая, такая немного цитрусовая, какая-то вот свежая. Но при этом в ней есть какие-то вот пряные древесные нотки. То есть вот эта водичка, на мой взгляд, лучше, чем The Poses. Хотя кто-то любит The Poses. Но мне вот эта водичка очень понравилась. Я уже ее протестировала. Я планирую ее купить. Но пока не знаю, когда. Как получится. Ну и последнее. Это акция «Медальный зачет», по которой я приобрела... тушь. То есть, соответственно, медальный зачет, то есть я практически ничего не платила. Я купила, получается, эти товары только по 1 рублю.
Ну, так как компания не может просто, да, подарить подарки, именно в качестве подарка, как бы такого презента, тем более людей очень много, кто пользуется, и она, получается, продает нам просто по акции по 1 рублю проводит. И, соответственно, вот такая вот тушь Volume Blast Masquerade One. Очень мне нравится эта тушь, 5 в одном. И серии The One Lip Sensation матовая губная помада Mousse. Я взяла в красном оттенке. У меня такая помада есть. Сейчас свет слишком яркий. На самом деле помада сама по себе достаточно темноватая. То есть вот, вот здесь, вот вы где видите тень, да, вот такого цвета она и есть. У меня такая есть помада, но на мои губы они немного суховатые. Конечно, нужно наносить сначала либо гигиеничку, чтобы она впиталась, потом можно, да, и там излишки убрать, допустим, и нанести эту помаду, либо какой-то блеск. Почему? Потому что у меня эта помада ложится равномерно, но спустя некоторое время губы начинают подсыхать, и, соответственно, она на губах начинает появляться такая пленочка. Ну, вот такая вот помадка. Прямо цвет точь-в-точь, как вот есть стойкая матовая помада 11 часов, тоже из серии The One. Вот прям точь-в-точь такой цвет у меня в летнем ассортименте, скажем так, уходов и аксессуаров для губ есть такая помада. Вот теперь у меня будет и в зимнем уходе вот такая вот матовая помада. Цвет мне очень нравится, и я очень рада, что у меня есть такая помадка. Тем более сейчас зима, необходимы такие яркие оттенки. Так, ну что же, это был весь мой заказ. Одну минуточку. Да, это был весь мой заказ. У нас там не остались только пакетик в зеленом цвете варианте. Давайте посмотрим с вами каталог следующий, что в нем есть новенького. Оставайтесь со мной. Итак, продолжаем с вами смотреть новый каталог Oriflame. Он посвящен, естественно, уже и 14 февраля, праздник, кто отмечает, и 23 февраля. Вот здесь уже он, соответственно, двойной каталог. Здесь есть, с одной стороны, продукция мужская. Давайте сразу посмотрим эту новую серию. То есть здесь все подробно описано. Стоимость, кстати, этого набора 4479 рублей комплексного ухода. Ну и вот здесь подробно описывается по шагам, что и как нужно применять. То есть это очень удобно, я считаю, и необходимо. Итак, что же мне понравилось, что я планирую покупать? Может быть, конечно, изменю свое мнение, я еще пока не знаю. Ну, во-первых, это парфюмированная вода Poses The Secret. Вот какие нотки туда входят. Черная смородина, аккорд золотого яблока и сандал. И, естественно, я лично чувствую вот черную смородину и сандал. Возможно, в сочетании с этим аккордом золотого яблока что-то такое вот легкое создается. Не знаю, я прям приторного яблока, естественно, не чувствую. То есть не могу сказать, что прям, знаете, есть такие ароматы, в которых противное вот это вот яблоко, я не знаю, есть приятные ароматы. Но все зависит от качества продукции. И здесь, конечно, аромат достойный, мне очень нравится. Итак, следующее, что я планирую приобрести, у меня практически нет теней, я уже все, что было, утилизировала. Ну, у меня остались какие-то оттенки, но они более такие вечерние, и зеленые там есть, и голубые. Будут новые жидкие тени. И я планирую вот такой вот оттеночек. Сейчас, одну секундочку, у меня сейчас все попадает. Заказать вот такой вот песочный нюд. Мне идут такие оттенки: оранжевые, золотистые и сливовые идут. Но это более такие уже вечерние варианты. Возьму попробовать песочный нюд. Надеюсь, что понравится. Так, следующее, что у нас было. Сейчас, подождите, пришлось. Так. Следующее, что планирую, это вот такая вот Miss Yes to Love
ограниченный выпуск. Здесь нотки малины, сердце цвета, кремового миндаля. Парфюмированный спрей для тела из серии вот этого Miss. Мне, в принципе, аромат понравился. Я использую в основном такие ароматы просто для, ну, я не знаю, там, просто, да, там, почувствовать какой-то сладенький аромат. И вот, когда настроение плохое, я использую иногда вот такие вот штуки. То есть, брызгаю, например, там, воздух, да, и просто прохожу под облачком. Либо наношу на себя, в зависимости от ситуации. Вот, я думаю, что это очень удачный вариант, тем более к празднику вообще классно, классная упаковка. Так, следующее, что планирую, это вот пробничек новой водички парфюмированной Live in Color, пробник. По-моему, это женская водичка будет. Вот в следующем каталоге я как раз тоже приобрету, и мы с вами вместе протестируем. Так. Следующее, что я тоже планирую, выйдет новая помада, новые оттенки The One Color Obsession. И три пробничка я планирую взять. Это гранатовый браслет, черничные ночи и вишневая бомба. Все остальные оттенки у меня в предыдущей, опять же, да, в летней коллекции присутствуют, поэтому пока мне вот интересны более такие темные оттенки. И последнее, что также меня заинтересовало. Сейчас постараюсь открыть. У меня ничего не попадало. Я хочу себе приобрести пилку для ногтей. У меня есть пилочка, но у меня было всего их две. Одна нормальная, но ее уже тоже нужно сменить. А вторая такая, знаете, советского типа, когда вот продавались эти наборчики. Ну, они достаточно дорогие были, но вот эта вот пилка, она бывает так, что мне резала просто кожу. Вот, поэтому я ее выкинула. У меня осталась одна, и я планирую еще купить вот вторую пилочку, тем более она будет по хорошей цене, 99 рублей. А вообще, я еще подумываю о таком наборчике из 5, по-моему, пилочек. Почему? Потому что удобно положить, например, одну пилочку на работу, вторую пилочку в сумочку, третью где-нибудь дома, там четвертую еще где-то. В каком случае, да? То есть вот у вас сломался ноготь, и очень удачно у вас оказалась пилочка под рукой. Всегда жалею, когда ее нет. Вот, поэтому я пока думаю, но, скорее всего, тоже приобрету. И последнее, это защитная основа под лак, глянцевое покрытие, 2 в одном. Вот такой вот Base Top Coat. У меня такое покрытие есть, оно мне очень нравится. И оно у меня уже подходит к концу, поэтому я думаю, что мне необходимо будет его купить. Тем более будет по хорошей цене, 269 рублей. Вот, но это все, что я планирую заказать в следующем каталоге. Возможно, что-то еще изменится. В принципе, здесь есть какие-то продукты по акции. Может быть, кого-то что-то заинтересует. Вот, ну вот, собственно говоря, это был весь мой небольшой заказик из компании. Кстати говоря, будут хорошие скидки на тональные основы. У меня пока есть, я не планирую заказывать. Но вы присмотритесь, может быть, что-то найдете и для себя. Всем отличного настроения, пока-пока.